Ну, к сожалению, может быть, не самая веселая тема у нас в конце этой получасовки. Речь пойдет о судьбе детей. Детей Украины. 219 их погибло в результате вооруженной агрессии. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Еще раз задумайтесь, 219 детей, еще 404 ранены. Не менее страшные цифры – это количество детей, которых путинский режим насильно вывез из Украины в Россию. По сути, речь идет о фактической депортации. Почему Россия делает это? Вопрос изучала наша коллега Оксана Котова. Страшная правда войны. Российские военные похищают несовершеннолетних и депортируют. Меньше чем за два месяца 153 тысячи украинских детей насильно вывезла на свою территорию Россия. Воспринимайте их как Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи. Они не европейцы. Животное поведение, которое осознанно выпускается на свободу. Зачем Путину украинские дети? В начале марта диктатор обнародовал так называемую программу денацификации Украины, где черным по белому написано «перевоспитать украинских детей, потерявших родителей». Это было еще опробовано в нацистской Германии и в сталинской России. Путин создал микс. Пропаганда должна взрастить новых дрессированных людей, как щенков. К тому же это бесплатная рабочая сила и демографическое пополнение депрессивных регионов. Правозащитники говорят, что депортированных детей Москва нагло планирует отдать на усыновление, как тех, кто из приютов, так и тех, у кого русский мир убил родителей. Их вывозят. Детей вывозят с Мариуполя, Рубежного, Волновахи, Донбасса. Проверить статус ребенка крайне сложно. Где их размещают, непонятно. К детям никого не пускают. Тут большое белое пятно. Пример зомбированного воспитания поколения Z Россия демонстрирует открыто, начиная с детских садов. Вот как в этом, в Казани, детей учат быть жестокими. Президент правильно поступил, что начал войну на Украине, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу. Поднимите руки, кто согласен с этим? Только честно. В России даже создали так называемую юн-армию. И, скорее всего, вывезенных украинцев она тоже стороной не обойдет. Так было в 14-м в Крыму. Дошло до того, что в марте 2022-го, по данным Главного управления разведки Украины, Шойгу подписал приказ о привлечении юнармейцев к военным действиям. Почти как в 43-м, когда нацистский рейх отправил воевать 17-летних из отрядов «Гитлер-Югенд». Агрессивный милитаризм насаждается, чтобы потом легче было бросать их в другие страны. В 14-м Россия из оккупированного Снежного незаконно вывезла детей. Европейский суд обязал вернуть их. Теперь Россию выгнали из Совета Европы. Как воспользоваться этим механизмом, пока непонятно. Кремль собирается насильно перековывать украинских детей. Депортированных из захваченных территорий заставят учить русский язык. В Совете Федерации по образованию даже предложили создать спецлагеря. Многие ребята из освобождаемых территорий не владеют русским языком в достаточной степени. Аналогичное перевоспитание уже было в Советском Союзе. Ассимиляцию детей практиковали большевики в 18 году. В 34-м ЦК ВКПБ разрешил забирать детей у родителей. Государственных детей перевоспитывали, кто не поддавался, калечили. Цинизм Кремля, как всегда, зашкаливает. Украинских детей кровавый Путин использует и как оружие. Ворует детей и заставляет их мам идти на позиции ВСУ, якобы за гуманитаркой. Потом рассказывать, как там все устроено. Иначе грозят расстрелять ребенка. Жажду унизить, запугать и сломать подогревает, конечно же, Кремль. В Федерации официально отменили наказание за мародерство и поощряют самые тяжелые военные преступления. Наши танкисты, товарищи, трое человек изнасиловали 14-летнюю и мать. Но у нас командир бригады поступил гуманно с ними, поставил их на перекресток, который всегда бомбят. Это терроризм. Жертвы оставляют живых, чтобы делились страшными переживаниями и деморализировали остальных. Это рисунок выжившего после изнасилования российским солдатом 11-летнего украинского мальчика. Он перестал разговаривать. Глумились на глазах у мамы.
Есть фюрер, который благословляет на преступление во имя Рейха. Поэтому дома они хорошие отцы, сыновья, а здесь по принципу «а что такое?». Нацистские смотрители концлагерей любили животных и были добряками дома, только на работу ходили сжигать людей. Та же история. Если разрешено убивать без причины, то изнасиловать – это для них забава, трофей. Об охоте Путина на украинских детей в своем докладе уже написала международная организация Human Rights Watch. Это будет еще одним доказательством геноцида, когда на скамье подсудимых окажется Путин и его приспешники. Оксана Котова, Украина 24, проект Freedom, телеканал UA.